Панк-студия «Коробок» представляет. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал «Комнатный рыцарь», творческое объединение «Roll of Doom». И сегодня мы вместе с Максимом Игоревичем, Василием Михайловичем, пишем для вас новые подкасты. Где вы слушаете нас, где вы нас видите? YouTube, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Бусти, спонсор.ру. Рутуб ты скидываешь? Я все заливаю методично. Блин, усердно. Спасибо тебе огромное. Вообще. Каждое видео только после третьей заливки обрабатывается. Я ненавижу просто процесс этот, но я почти все скопировал. Самое основное. Да. Я делаю резервную площадку, она там ноунеймовская, но она есть. Угу, прекрасно. Я, кстати, заказал себе этот там внешний жесткий на 2 терабаба, как раз тоже надо. Хотя я бы 4 просто... заказал, потому что уже не лезет никуда. Да, просто все надо наши хотя записи. Бы просто, чтобы была возможность это все продублировать, сохранить. Потом знаешь, как это ретро-контент делает, там тупо перезаливать. На тайном канале, тайном канале Гоблина уже 22 тысячи подписчиков на Ютубе. Ни хрена себе, я не знал, что у него есть тайный канал. Да, я его тоже узнал, подписался. Вот. И что же, дорогой друг, скажи, пожалуйста, каково тебе было писать живой подкаст? Живой подкаст писался отличным. Я сам не ожидал так. Друзья. Было тяжеловато чисто из-за больного горла, а да. Так было хорошо. Вообще, прям для меня это на самом деле очень... Собственно, давай новости расскажем. Да, давай, давай. Так, собственно, мы записали живой подкаст. Живой подкаст, честно говорю, друзья. Во-первых, для меня это было лично прям такой, можно сказать, рубеж. Я в группе играл. Я по сцене последние вот годы, я дико скучаю и так далее. Это, может, не то, может, не срок говнарства моим, вот именно личным, но, по сути, тоже возвращение, такой камбэк на сцену лично для меня эмоционально, и для меня это прям было... Ну, слушай, это было клево. Да, мы это было круто. Благодарим еще раз Юру из группы «Алькантар», который нас поддержал. Да. Это очень клево. Записи у нас вышли, они в процессе монтажа. Я, к сожалению, не могу их сейчас еще выложить, потому что я нашел там ошибки, где надо переписать кусочек. А так как черт, я заболел на следующий же день после нашего выступления, и я неделю уже выпавший. Я, кстати, сегодня первый раз пробую писаться, поэтому у меня голос немножко хриплый. Вот. Как только сейчас голос выровняется, я допишу эти куски, туда вставлю и выпущу. Вот. 4 выпуска записали. Мы начали рассказывать про крестовые походы «Взгляд с Востока». Да. Это прям вот то, что я очень хотел. Прям это то, что надо. Я, кстати, сбился уже со счета, сколько у нас выпусков по крестовым походам, и это круто. Потому что, например, вот сегодня, сейчас мы запишем новости, мы будем писать еще одну серию про крестовые походы. То есть, и я думаю, что у нас цикл какой-нибудь выйдет, там выпусков под сотку за пару лет мы сделаем. Нормально. То есть, потому что мы сейчас уже за 10, наверное, перевалили записано. И прям, знаешь, надо еще плейлист назвать «Кратко про крестовые походы». Кратко о. На самом деле, да, надо будет, скорее всего, знаешь, еще делать, типа... Предыстория крестовых походов, 20 выпусков. То есть первый крестовый поход, 20 выпусков, там второй, третий. И там общий такой еще мега-плейлист сделать. Что у нас еще интересного? Ну, я умираю еще на подготовке к фестивалю «13-й город». Меня затягивает в тринах, но я пока борюсь. Уже такое, только, знаешь, такая ручечка-то, вот она. Да. Чувствую себя этим Хрюшей, Степашей. Вот. Слушай, ну вот, 13-й город, в эти выходные, 17-18 сентября, Крутицкое подворье, с 12 часов дня до 6 вечера, суббота и воскресенье, двери открыты, приходите, камерный фестиваль конструкторов. Мы будем вдвоем ведущими. Да, мы будем, самое главное, мы же все должны использовать свои плюсы для своих каналов, правильно? Мы в первую очередь будем для канала писать еще там ролики, записывать несколько подкастов, опять же, кусочек про крестовые походы даже там будет рассказан. Вот, еще нам помогут несколько людей рассказывать, нам еще, короче, первый раз проведем дефиле тринахи. То есть... Мы становимся близки к уровню проведения хороших косплей-фестивалей. Ну, отлично. Конкурс караоке будет? Это обязательно. Старых фламандских песен. Ты же понимаешь, короче, когда двери закрываются в 6 вечера, реконструкторы остаются. Первый сразу мой приз зрительских симпатий получит тот, кто хорошо исполнит песню «Айвис Лалов». Это просто моя любимая. В общем, есть план такой. Сделать рассказ про... средневековый костюм, довольно в легком формате объяснить, что к чему, как что называется, и под это дело как раз продемонстрируем костюмы женские, мужские. Вот. Причем я постараюсь так подобрать ребят, у меня вроде сейчас все выходит, что можно показать, то есть совсем бедняка, крестьянина,
горожанина, например, там представителя магистрата какого-то, ну, из городской знати кого-нибудь, и рыцаря, например. То есть человек 6 так взять. То же самое можно и с женскими костюмами сделать. От самого простенького крестьянского до хорошего, дорогого костюма, например, знатной горожанки. Покажем вот несколько человек, то есть мы как раз позовем ребят, они пройдут, мы их быстро покажем, и потом еще чуть-чуть больше расскажем про костюмы. В один из дней нам поможет Даниил из клуба «Юден век», и он расскажет про костюмы, соответственно, евреев 13 века. Кстати, надо его снова позвать будет в студийку. Да, вот. Если что, большой рассказ уже про одежду, костюм у него есть, он записан, и он уже вышел давно в сеть. Да. Ссылочка где-то здесь будет. Вот. У нас с ним замечательный выпуск есть как раз именно про письменность и писчие материалы. Вот, а с ним хотелось бы как раз именно про евреев. Ну, вы можете уже посмотреть, потому что мы уже вообще в идеале, вообще видео. В идеале бы сделать это втроем. Да, да, попробуем сделать. Ну, во-первых, уже есть цикл видео, можно его в рамках продолжения, все, как всегда, слепить и запихать. Вот, да, короче, да, смотрите, вот все в одном плейлисте. Сейчас, друзья, кстати, обратите внимание, если вам в плейлистах попадаются ролики просто с моего канала, запиханные туда, мы это делаем специально, просто чтобы собрать материал, уже миллион раз его не повторять. Да. То есть, потому что мы смотрим, что плейлисты смотрят хорошо, туда добавил, синхронизировал, все, смотрите целиком, вот не надо бегать по каналам никуда. Что я делаю на своем канале то же самое, с одного канала в другой пихаю, так вот все есть, отлично. Собственно, у нас фестивальчик такой, как планируется, именно камерный. Обратите внимание, что это фестиваль в первую очередь для реконструкторов. То есть, а людей мы пускаем в качестве зрителей, чтобы посмотреть там на турниры и просто посмотреть на красивую тренаж. Вот, опять же, будет там действовать программа «Путь рыцаря». От музея для детей, там для всего, и можно походить, собственно, по выставкам музея. Кстати, там установили лапидарные камни. Почистили, привели в порядок, сделали им типа бетонное основание, поставили на бетонное основание, теперь можно ходить смотреть. То есть площадка музея стала еще больше. Что-то год какой-то, знаешь, прям последние года какие-то прям сытные на археологические находки. Они просто этим всем занялись, понимаешь, как бы этим всем занялись. А Крутицкое подворье это... В Увекском городище нашли клад с монетками Золотой Орды. Да, тут прикольно, он нашли закопанную вампиршу. Да, на семнаху. Просто серп вот так. Вообще отлично. На сегодня показывает. Вот, ну там прям прикольно. Я, кстати, подготовил уже текст. Мы, наверное, просто я перестану хрипеть. И мы поговорим про... В рамках бестиария, да? Да, да. Просто я про нее довольно прилично накопал сейчас инфу и перевел тексты. Начнем про вампиров издалека. Да. Очень издалека. Это очень... С библейских времен. Это очень интересная тема. Прям и вот про... Поговорить с точки зрения практики захоронений. Потому что таких немного найденных. А тут прям очень хорошо найдено еще. На девочке была шапочка. Мы, как всегда, за матчасть. Шапочка. Да, шапочка. Вот. Ну ладно. В общем, в музее есть что посмотреть. Опять же, есть и вот так внешне походить. Территория становится только лучше. Ну, вот, посмотрите на нас. Продолжаю сражаться, бороться с проблемой тем, что люди не хотят проходить допуски. Но мы... И заложили. В принципе, это было ожидаемо, что попытка любых допусков, я обращу внимание, что мы не ввели ничего нового по ограничениям, которые бы вводились, начиная с 2020 года. То есть только то, что было введено в 2020 году. Просто многие на это забили, и как организаторы на это многие забили, набирая численность людей. А сейчас у нас есть возможность, в принципе, не гнаться за численностью людей. Мы рассчитываем на 40 человек. Я думаю, что мы 40 уже практически наберем. Там, по-моему, сейчас по заявкам 36, что ли, 37 человек уже заявлено. Вот, то есть мы набираем необходимый пул людей. Самое главное, скорее всего, это мероприятие даст нам видео и фотоматериал для того, чтобы мы могли показать, насколько эта эпоха реально красивая. А для того, чтобы это показать еще лучше, мы накануне провели фотосессию. В выходные я вот такой там после температуры туда примчался с людьми, типа, давайте, нифига не помню, что происходило. Но фотки вышли отличные. Ты видел, наверное, да? Некоторые фотографии я видел, просто невероятно. Ты еще, за что тебе огромное спасибо, ты еще и шорцев запилил. Я еще сейчас там много чего запилил. Сейчас контент я приду, смонтирую, выйдет. Там фотографии просто Виталий Пронин делал прям отличные. Мы еще в это время пока шла фотосессия, так как это 5 часов почти было подряд. Ты народу много же приехало, там 12 что ли, человек или 10, которых отфоткать надо было всех. Приехал мразный отряд, мы тренировались с мразным отрядом. Еще на фоне готовились. То есть ребята как бы готовятся к мероприятию тоже приехать туда. Вот, и, наверное, в эти выходные, вот сегодня четверг, да, в эти выходные я как раз смонтирую бэкстейдж, смонтирую там с тренировки видосы, все это вывалю на канал к нам, вот, потому что мы там сняли вертикальных этих шотцев,
и тренировку, и бэкс, и все у нас, вот смотрите, здесь на канале все будет. Сделали фотки, показали, и для многих людей, которые вне тринахи, оказалось открытием, что тринаха — это красивая эпоха. Сколько мы уже миллион просто фотографий, миллион просто фотографий с 2020 года делали хороших, показывали. Всегда, вот, всегда возникает у людей реакция: а что, так можно? Вот, еще здесь отличные вышли фотографии портретные, и, собственно, мы сделали еще дополнительных заявочных фоток для людей, которые приехали на фотосессию, тоже заявили их всех. Вот, расширяем круг влияния на умы со стороны тринахи, то есть показываем людям, что это действительно интересно и красиво. Это именно средневековый город 13 века. Вот посмотрим, что у нас получится, потому что интереса много, задумок много, что-то мы реализуем, что-то нет. Опять же, я исхожу из количества людей, которые у нас будут. То есть, ну, рассчитываю на 40. Если будет 40, хорошо, будет больше, отлично. Хотелось бы, конечно, добрать вот до задуманного количества людей, посмотреть, что выйдет, и решить, как развивать этот проект дальше. Получится ли у нас развить проект в то, чтобы привлекать больше людей? Скорее всего, да, потому что даже уже сейчас пишут ребята, которые хотят с нуля пошиться, и я думаю, ставку надо делать на них. То есть, если они хотят шиться, хотят присоединяться к движухе, надо им просто легко... А помочь. Они сами из движухи или как? Не, вообще нули. Сейчас вот я просто ребятам прошу, ребят, после 18 числа пишите, я не успеваю просто физически, что ты сам видишь, сколько всего приходится готовить. Да. Короче, на момент позавчера за 3 недели к фестивалю было сшито 73 предмета. 73! А за эту неделю еще, наверное, десяток добавится. То есть это реально очень много, и это круто. То есть мне просто нравится за этим наблюдать. Там много сшил очень я с женой, много сшило ребята. И вот этот процесс, и это только повышает планку качества, и мне прям это очень нравится. И это единственное, что дает мне, наверное, сейчас вот моральные силы терпеть все проблемы, которые возникают по ходу дела. Но я думаю, что все будет хорошо. Проведем фестиваль, посмотрим, как оно будет, выдохнем пару дней, и с тобой сможем... Я выдохну уже, так, и мы еще больше будем усиленнее пилить контент. Что да, у нас тем более план. То, что я все-таки собираюсь еще и студийку делать. Да, слушай, я свою студию приведу в порядок наконец-то. У нас будет 2 студии. Да, будем друг другу в гости ездить. Так. Мало того, что в гости, но просто будем развивать контент. Спасибо вам всем, что огромное спасибо, что подписываетесь на канал. Особенно спасибо тем, кто помогает нам на Бусти. Благодаря вам, возможно, мы дойдем до того момента, когда у нас не будет такого, что вот сидишь ты, снимаешь контент на каком-нибудь фестивале, типа «Былинный берег», а тебе тут звонят и говорят: Вася, в жопу, все. Иди работай. Да, иди работай. И ты едешь домой. Да, и ты на 2 дня раньше срываешься, как бы тратишь последние бабки на таксо. Это очень грустно. Это очень грустно. Ну, но... не будем о грустном. Сейчас будем о грустном. Давай о хорошем. Сейчас надо о хорошем, сейчас нужно поднапрячь. Еще, по-моему, мы уже 115 тысяч перешли, да? 117. А, 117, да. 117 даже. На данный момент записи. Вот я прям... Чек-чек-чек. Да. Ну, приятно. 117 тысяч — это реально хорошо. Нам, думаю, смотри, у нас полгода прошло, когда мы с тобой вот так вот активно прям вообще. Впереди еще полгода. Да. А потом я останусь один. Что меня выгонит просто нахрен. Вот так вот. Нет, я начну... Вот так Василий использует людей. Я начну пилить контент по Майнкрафту. Да, точно. Вот. Что еще у нас еще интересного было? Так, мы рассказали про фестиваль, рассказали про автосет, рассказали про что? Про живой подкаст. Да, живой подкаст. Кстати, точно. Вот я вспомнил, о чем мы еще должны были сказать. Ребята из «Страдающего фэнтези» закончили съемки 2-й и 3-й серий. Да. Ребята, молодцы. Ждем, я прям жду, потому что я хочу посмотреть, как я в кадре смотрю со стороны, когда я ору. А ты во 2-й или в 3-й серии? Я был во 2-й серии. Во 2-й серии, если я не знаю, ошибаюсь, я где не у них знаю, там... Не буду, или 3-й. Не буду спойлерить. Какой-то из. Но, блин, ну ты прям смотрелся, вот прям вот как мне нравится, как, господи, всратые бандиты. Так, да. Блин, слушай, съемки прошли, фотки прикольные оттуда у нас получились. Я не помню просто в какую, не знаю даже в какой сюжетной части мы во 2-й или в 3-й, потому что 2 серии, ребята, снимали параллельно, чтобы просто успеть снять во времени года. Да. В конце вот у них съемки были буквально пару дней назад, последние. У них пол команды после этого простудилась, заболела, они сейчас отлеживаются. Ну, сейчас вообще все слегли, короче, с простуды резко из-за перепада вот этой с 30-ки до 11 градусов. Это просто жесть какая-то. Вот мы тоже вот просто простуды я болею, прям неудобно.
Самое главное, они доделали. У них теперь большой-большой объем постпродакшена. Uh-huh. То есть им нужно сделать все эффекты, монтаж, где-то дописать озвучки, где-то звук почистить, смонтировать. Но это дофига работы. Uh-huh. Так что ждем, наверное, осенью, зимой, где не так. Ждем, ждем. Блин, я вот прям, знаешь, я на них смотрю, и мне хочется снимать свое. Сейчас я своих парней приодел. Я честно скажу, я завел клуб исторической реконструкции, чтобы делать ту картинку наемников 14 века, которая, как ее вижу я. Ну, конечно, это вот. Всегда так. Ну, вот как это... фестивале сейчас делают, да, так, да. Вижу ее. Да, нормально. И я вот собираюсь, ну, во-первых, драться, соответственно, с пацанами. Вот мы 25 числа как раз именно едем к Фонтерии. Будем рады тебя видеть. Сентября, что ли? Да, в сентябре. Главное, если я жив буду. Последнее воскресенье месяца. А, на тренировку, что ли? Да, каждое последнее воскресенье месяца мы приезжаем теперь в Фонтерию, одеваемся в дурацкое, одеваемся в доспехи, деремся. Приезжайте к Фонтерии там на дни средневековой пехоты, сможете увидеть нас там вдвоих в последнее воскресенье месяца. Вот. Ну и, соответственно, уже в дальнейшем, когда я увижу, что да, у меня такое достаточное количество человек, то, как я хочу, ну, пора бы уже делать контент. Пора бы уже делать именно то, что вижу я, приезжать к вам, вот, чтобы мы там были, как знаешь, как Блад и Крипс, вот эти два враждующих. Я думаю, что у нас впереди вообще сезон очень интересный на следующий год, планов много, все попробуем реализовать. Да, попробуем, потому что хотим посетить совместно и фестивали совместные, и в поход надо все-таки пойти. Да, дорогие друзья, огромное спасибо, то, что вы нас поддерживаете, то, что вы на нас подписаны. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Сира Вальтера. Огромное тебе все равно спасибо, то, что ты стал тем самым прям бро. Вот, 7000 рублей вот тебе. Вот это все. Поддерживайте нас на Бусти, благодаря там выходит... Подпишитесь на нас на Рутуб, я ссылку внизу оставлю, пускай там тоже будет. Да, на Бусти выходят эксклюзивные подкасты, которые в дальнейшем смогут выйти и на этом канале с хорошим монтажом и так далее. Ну и, кстати, забыл сказать, я же начал пробовать новый формат. Каждый понедельник вечером буквально на час запускать прямую трансляцию с чтением статей именно определенного как раз тематики. Про Русь я видел у тебя, да, ролик. Да, как обычно, господи, ты как юрист, наверное, все слышал, все понял. Да. Ну, я просто включил, послушал кусочек, все, лайкнул. Да, спасибо. Лайкнул большое. Комментарий для продвижения, да, все, как надо. Спасибо, а то я, знаешь, я боялся, что ты придешь такой, как более опытный юрист, такой, что за херню ты там несешь, и давай нормально. Меня душить там, не знаю, поправлять по статье. Нормально. Да, дорогие друзья, огромное вам спасибо, не переключайтесь. Ави Мария, друзья. Фландрия Лев. Всем пока. Бэм. Да, давай. Гамбур! Гамбур! Там фестиваль идет! 13-й век! 13-й город! Мы должны там быть! Ты шляпу уронил! Не роняй, маленький! Мы с тобой отправимся туда! Весели детей! Детей! А потом мы их съедим, Гамбур! Гамбур! Мы их веселить будем!